Сегодня, 28 июня, журналисты Казахстана отмечают свой профессиональный праздник. Работники СМИ, как вестники новостей, находятся в авангарде всех событий в регионе, служа золотым мостом между народом и властью. Дань уважения к людям этой нелегкой и яркой профессии проявил и Аким Тараза Бахыджан Орынбеков. В своем выступлении Аким Тараза подчеркнул, что журналисты нашего региона играют большую роль в жизни общества, поскольку они всегда стоят на передовой, оперативно освещая вопросы и проблемы социально-экономического развития страны, области, города. Благодаря им мы узнаем все чаяния и предложения наших граждан и стремимся вместе решать насущные проблемы дня. Сегодня в нашем городе зарегистрировано 65 средств массовой информации. Среди них количество периодических изданий 31, телеканалов 3, информационных агентств 31. В настоящее время все они нашли свой путь к сердцам читателей и зрителей и сформировали свой собственный путь. Это доказывает, что доверие народа к прессе растет с каждым годом. Чтобы стать журналистом, помимо профессиональных навыков, необходима смелость и решительность, оперативность и безответное служение своему делу. Наш незабвенный представитель Алаша Байтурсунов говорил, что газеты – это глаза и уши народа. Журналисты ведут очень ответственную работу, и все во имя народа и для людей. Вы, по сути, являетесь золотым мостом между народом и властью. Здесь сидят корифеи, старейшины нашей жамбылской журналистики. Возглавлял эту гвардию Жанабай Ага, Бекет Ага, Кусикен здесь. Пусть ваш путь и дальше будет удачным, смелым, нужным народом. Всем вашим семьям счастья и процветания. В свою очередь, глава города поздравил и наградил лучших представителей этой профессии и пожелал им дальнейших успехов в их нелегкой, но необходимой обществу работе. Отметим, что в числе награжденных и сотрудники нашего телеканала 77 ТВ. Сара Абдиева, Аслан Кожахметов, Алимжан Ахпаев, 77 News.